Если у меня будет бугор, понятное дело, я штрихом сделаю серию пятен, а не равномерную дымку. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Тут я сейчас вам покажу, как натягивать кожу на веках, если вы делаете тени. Сложный рельеф у глаза, и нам надо его выпрямить. То есть я как на стрелках практически это видео, можете посмотреть, оно есть у нас на канале. Ставлю палец, натягиваю кожу, но мне надо натянуть не локально вот эту маленькую зону возле ресниц, а мне на большую зону, на которой у меня, возможно, большие размашистые тени. И так как я работаю размашисто, большой штрих у меня, то я натягиваю максимально возможный большой кусочек, но чтобы он был просто ровный во всех направлениях. Потому что если у меня будет бугор, понятное дело, я штрихом сделаю серию пятен, а не равномерную дымку. И в зависимости от нужной зоны, я даже могу вот так немножко туда-сюда двигать эту кожу натянутую. Самое главное условие, чтобы у меня она была ровная. То есть я немножко надавливаю на глазное яблоко, чтобы выровнять вот эту поверхность. Не пальцем локально, а вот так мягко всей поверхностью пальца. И натягиваю на себя и от себя. Получается не подушечками пальцев, а прям полностью. Две фаланги пальца моего работают в этом. Если у вас вот такое набрякшее, нависшее веко и вообще много лишней кожи на глазу, на лбу, то я часто делаю вот этой частью среднего пальца. Я как бы натягиваю наверх бровь, а потом уже натягиваю вот эту всю кожу. И у меня большой кусок ровно натянутой кожи, потому что если я вот так буду тянуть, то у меня здесь будет много морщинистой кожи. Вот такое у меня примерно натяжение. Тоже все равномерно. На часть возле стрелки натягивается так же, как стрелка. То есть тут самая важная задача — натянуть равномерно кончик и вот эту вот часть глаза. На противоположном глазу, на другом, я также большим пальцем на себя. Все они лежат. Смысл абсолютно такой же, просто немножко отличается постановка. И вот мое положение рук. Игла должна быть вертикально. И я также могу немножко двигать, если вдруг надбровная вот эта вот дуга выражена ярко, то она может мне мешать. Я могу вот так натянуть кожу и отодвинуть. И вот здесь кусочек, допустим, прокрасить. Это тоже очень удобно. Если же мне ничто не мешает, то я просто вот натягиваю кожу и штрихую в нужном, удобном мне направлении. Это все очень просто. Большим пальцем слегка надавливаю на глазное яблоко, опять-таки, чтобы поверхность стала ровной. Потому что как на бумаге надо штриховать. Все остальное как на стрелке. Все.